Да. Алло. Здравствуйте, звоним из банка Роспол. Меня зовут Олег Евгеньевич. Сергей Алексеевич, все верно? Совершенно верно. Угу. Вы задолжите свою оплатили? Будьте, пожалуйста, помнятнее. Недопонимаю, половину фраз глотаете. Что вас не слышу? Я говорю, пожалуйста, помнятнее выражайтесь, вы половину фраз глотаете, и я не понял, что вы сейчас спросили у меня. Да, звоним из банка, вам траст. Так, вы это долг понял. Вы платили? Какой долг? Ежемесячный платеж. Нет, в этом месяце ничего никому не платил. Где деньги будете искать? Зачем их искать? Их мне не надо искать. Уже заработали? На видном месте лежат, зачем их искать? Деньги на видном месте. Ну, в чем загвоздка в оплате? По какой оплате? По кредитной карте. Да подождет. Ну, никакой загвоздки, подождет всему свое время. Кто, у вас семья подождет? Не, вот семья-то как раз точно не подождет. По этой причине карта подождет. Карты не может ждать. Это вам так кажется. Ну, не ждите. Чё? А как в чем это выражается? Не дрожь, щикот, на судороги. Что там у вас происходит? С голода умираете? Что? Штрафы начисляем по 300 статье. А, ну начисляйте. Что там? Я, кстати, вам тоже, я вам тоже начисляю штраф. Интересно. Как вы это делаете? А так же, как и вы. Так же, как и вы. Вот я решил вам начислять. Вот вы как делаете это? О, как вы это делаете? По закону Российской Федерации. Я тоже по закону Российской Федерации. Вот мое время очень дорого стоит. Минута $3000. Я это, ну, я могу оценить свое время. Я очень занятой человек. И вот сейчас начисляются не штрафы, а пока что стоимость. Если вы в течение 24 часов не оплатите стоимость разговора, пойдут штрафы. Да. Оплату производили? Какую оплату? Нет, теперь вы уже должны мне. Мы с вами больше минуты разговариваем. Не-не, дорогой, уже теперь вы должны мне. Интересно. Интересно, действительно. Вот жизнь интересная вот, штука, да? Договорная. А что вы не продолжаете? А, банк, вот вы сказали, банк, там все такое. Судороги, я спросил, даже штрафы сказали. Как, что, где? Где они? Нервничаете, что ли? Чего? Нервничаете? Не-не, меня разбирает интрига, меня вот прям азарт взял. Азарт взял, вы азарт. Да, да, ну вы говорите, а потом куда-то в сторону уходите. Не связано с оплатой по кредиту. Ну, конечно, не связано. У человека есть возможность проявлять азарт. Вы не знали об этом, что ли? Вы не азартный человек? Вам нужно родственникам позвонить, уточнить, сколько могут вам денег взять взаймы. Зачем? Они у меня берут обычно взаймы. Вот. Ну вообще, знаете, я как кормушка, как, зная, что у меня всегда есть деньги, ко мне приходят мои родственники, зная, что я грамотный человек, я знаю всегда, где взять денег, как их заработать. Вот у меня мое время очень дорого. Сейчас вот банк Траст ПАО попал на деньги. Уже завтра будет мне должен, наверное, 1 000 000. Ну, штрафы-то я начисляю. Хорошо, замечательно. Да, да. И как вы думаете, эти штрафы должен буду взыскать с вас? Мы ваши данные будем передавать в НБК. И я тоже ваши данные передам в НБК. Банк Траст, блин, пользуется услугой человека и не платит за нее. Все, вы меня услышали, я перезвоню вам 2 часа, вы мне чек с оплаты продиктуете. Я тебе продиктую. Во как можно, представляете, да? Некоторые даже и не думали, что так можно. А по сути, в равных положениях мы находимся с банком. Вот любой человек, у него равные положения с банком в формате начисления штрафов. Потому что в любом случае это незаконно. И если человек сам не будет эти штрафы отдавать, сам, добровольно, то и получить с него их нереально. Так же, как и я объявил, что теперь банк мне должен. Я понимаю, что это все смех. И никаким образом они мне их не отдадут. Но очень жаль, что многие простые люди этого не понимают. Что они там начисляют? Банк по умолчанию, мега-пупер там и все остальное. Раз это банк, то нужно, значит, слушать и свято повиноваться его требованиям. Глупость, всенародная глупость, это эпидемия в формате целого народа нашего, государства, эпидемия, вот понимаете?
навязанная сильными мира сего. Но это не значит, что нужно слепо этому подчиняться. Просто голову нужно включать и все. Еще раз вам заявляю, с физика в нашей стране взыскать очень-очень тяжело. Если этот физик не безмолвная овца, а реально человек, знающий себе цену и пытающийся, хотя бы пытающийся себя защищать. Либо обратившийся к кому-либо. Понимаете, вот этот ролик до такой степени веселый, сколько и грустный. Потому что он констатирует самоуверенность банкиров. А откуда эта самоуверенность? Вот оттуда. Он исходит от того, что очень много людей, огромный процент всех их клиентов верят и свято повинуются им, вот этим приказам, незаконным действиям и так далее. Даже не давая себе труд задуматься, а где здесь законность, почему человека до нитки обирают в нормальном цивилизованном государстве и не дают ему продыху, почему человека загоняют в долги, прикрываясь законом. Многие даже не задумываются и безропотно платят. Прекращайте. Если хотите узнать, как это сделать, а сделать это очень легко, поверьте, но за вас это никто не сделает. Во всяком случае, на вебинар на наш бесплатный вам нужно самим прийти. Как это сделать? В описании видео есть ссылка на наш вебинар. И там же расписание. Что такое вебинар? Это онлайн мероприятие. Вам нужен только лишь компьютер и выход в интернет. Больше ничего. Итак, проходим в описании видео и смотрим по ссылочке, когда состоится вебинар. Записываемся и принимаем участие совершенно бесплатно. Куча полезной, мега дорогой, бесценной информации, за которую вам не жалко, может быть, будет отдать и деньги. Но с вас не возьмут ни копейки за участие в этом вебинаре. Зато вы узнаете очень много полезного, если еще не знали. А те из вас, кто готов довериться грамотным специалистам компании Алям, пожалуйста, есть ссылка на наш официальный сайт, есть форма, в которой вы можете оставить заявочку на бесплатную консультацию для того, чтобы описать свою ситуацию более подробно. Но сразу говорю, предупреждаю, прежде чем оставлять заявку на звонок нашего специалиста, обязательно посмотрите видео на сайте. Первое, что спросит вас наш специалист, смотрели ли вы видео. Если вы не смотрели видео, разговор, скорее всего, не состоится, так как в видео все рассказано и разложено по полочкам. И у наших специалистов существует временной регламент. Мы не можем по часу, по полчаса даже разговаривать с каждым конкретным клиентом. Очень много. У нас очередь из клиентов, поэтому всем нужно угодить. При том, при всем, что у нас работает большое количество специалистов, сотрудников колл-центра, которые вам будут перезванивать. Обязательно обратите внимание на телефон, который в правом углу сайта. Но не нужно на него звонить, просто нереально дозвониться. Этот телефон указан лишь только для того, чтобы вы понимали, с какого телефона мы вам будем перезванивать. Именно с этих цифр будет вам идти входящий звонок. Сразу возьмите и забейте его в себе в записную книжку. Я сейчас обращаюсь к тем, кто все-таки хочет стать под юридическую защиту. И смотрите, как там обзовете, там, юристы, компания Алям, как угодно. Если вы оставите заявку, мы вам будем звонить. И само собой, пожалуйста, возьмите трубку, в этом случае все у нас с вами получится. Ну и также группа ВКонтакте, ссылочка на нее есть, там дублируются все наши ролики, наша деятельность освещается. Мы абсолютно прозрачная организация, все всем про нас известно, поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь. Хватит уже топтаться на месте, хватит находиться в этом незнании, хватит пытаться самостоятельно выбраться из этого долгового болота. Доверьтесь специалистам, либо приходите и попробуйте все сделать сами, воспользовавшись нашими бесплатными рекомендациями, которые мы дадим на нашем вебинаре. Ссылочка, еще раз повторю, в описании видео. Итак, и желаю вам всем финансового благополучия, здоровья, счастья и всего-всего, что вы сами себе можете пожелать. На связи был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты компании «Алиан». До свидания.